Попались на железнодорожный мост. Момент падения попал в объектив видеокамеры. Рискованное приключение юные экстремалы снимали на телефон. На этих кадрах видно, как подросток, вероятно, он искал опору, хватается за провод и, получив удар током, срывается вниз с высоты в несколько десятков метров. Следственное управление на транспорте проводит проверку. Следствием проводится комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств и причин случившегося. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.